Именно этот звук услышала группа туристов, которые недавно пошли отдыхать в лес с палатками. И судя по всему, они не знали, что такое скинвокер. Потому что вот что произошло дальше. В какой-то момент они услышали, что кто-то зовет на помощь, и решили запустить дрон с тепловизором, чтобы найти того, кто зовет на помощь. Но вот только в какой-то момент они поняли, что тот, кто их зовет, не нуждается в помощи. Они выключили тепловизор и посмотрели на него через обычную камеру. Вы скажете, Мишаня, это же был просто олень, который решил стащить у них пару кусочков колбасы. One moment. Вот что было дальше. Они наблюдали за стаей этих оленей, как вдруг заметили нечто странное. What the frick?